Друзья, всем привет! Рано или поздно для тех, кто имеет свой участок, возникает необходимость построить какую-то построечку, либо дом. И первое, что надо сделать, это, конечно же, разметку фундамента. Существует масса способов, как это можно сделать, но сегодня я покажу самый простой способ, где не будет никаких теорем Пифагора, никаких формул. Все предельно просто, проще уже прям некуда. Как разместить фундамент через формулы, через теоремы, я уже рассказывал на своем канале, но сегодня покажу супер способ, с помощью которого максимально просто можно разметить фундамент под постройку. Что же нам потребуется из инструментов, подручных средств для того, чтобы разметить фундамент? Первое — это 9 отрезков арматуры. Я брал 10-миллиметровые, примерно по метру длиной. Топор, либо какой-то большой молоток, чтобы эту арматуру забивать в землю. Дальше нам потребуется лазерный уровень, капроновый шнур, маркер и нож, чтобы этот шнур отрезать. В принципе, набор инструментов достаточно простой. Для разметки фундамента всегда какой-то есть ориентир, от которого мы будем начинать. В моем случае это забор. От забора я отступаю 3 метра. Если это чистое поле, соответственно, мы выбираем первую нашу линию фундамента произвольно, так как нам хочется. У меня размеры будут небольшие, 3 на 6 метров. Это будет хозпостройка. Расстояние от колышка до забора ровно 3 метра. Расстояние между колышками надо брать на 2 метра больше, чем нам необходимо. То есть, соответственно, если в моем случае это расстояние будет 3 метра, я беру расстояние между колышками 5 метров. Для чего это нужно, расскажу немножко дальше. От первого колышка отмеряю примерно расстояние метр и делаю пометку маркером. Соответственно, это будет наш первый угол. Выставляю лазерный дальномер по нашему шнуру. И, соответственно, чтобы лазер бился в дощечку. Делаем пометку маркером ровно на 3 метрах. И таким образом мы получаем первые два угла нашей разметки. Далее устанавливаем лазерный уровень таким образом, чтобы его перекрестие попадало на нашу отметку маркером. Соответственно, одна линия лазера будет параллельно нашему шнуру, и вторая линия будет ровно перпендикулярно от этого шнура. Перекрестие лазера у нас идет ровненько по нашей метке. Берем следующий кусок арматуры и выставляем его по нашему лучу, примерно метр от шнура. Плюс-минус, это не играет особого значения. И забиваем. Берем следующую арматуру, отмеряем примерно на метр больше расстояния, чем нам нужно. В моем случае по этой стороне идет 6 метров, соответственно, беру где-то около 7. Выставил дощечку, чтобы попасть лазером ровно по нашему шнуру. Ну и тут примерно у нас чуть больше 7 метров. Отлично подойдет. И дальше выставляем арматуру по лазерному лучу и забиваем ее в землю. Дальше лазерный уровень можно переместить на следующий угол, а между этими клиньями натянуть шнур. Делаем петельку и лишнее отрезаем. Ну и дальше задача также с помощью лазерного уровня выставить 90 градусов уже со второй стороны и повторить упражнение. После того, как выставили лазерный уровень, забиваем следующие две арматуры. Также отмеряем примерно 7 метров, 6 чистых и метр запаса. И выставляем по лазерному лучу.
Дальше натягиваем шнур между последними двумя забитыми арматуринами. Дальше также с помощью рулетки от нашего перекрестия, либо, как в моем случае, с помощью дальномера, отмеряем ровно 6 метров и ставим отметку маркером. Ну и теперь забиваем последние две арматуры, чтобы отмерить последнее расстояние. Сделать это уже можно и без рулетки. У нас есть короткая сторона, в которой два угла по 90 градусов, есть две отметки маркером, и, соответственно, мы сейчас забиваем две арматуры согласно этих меток. Также между ними натягиваем шнур. И шнур выставляем по нашим меткам. Дальше лазерный уровень выставляем в центр нашей разметки. И теперь задача все шнуры вывести в горизонт. Используем дощечку для того, чтобы лучше виден был лазерный луч. Ну и после этого остается проверить только диагонали. Когда диагонали равны, соответственно, мы все сделали правильно. Каждый угол у нас получился по 90 градусов, и все расстояния у нас будут верны. Ну и проверяем диагонали. 6730. И вторая диагональ. 6731. То есть погрешность буквально 2 мм до 5 мм. Погрешность запускается. Ну, собственно, вот такой простой способ. Сложного ничего нету. Лазерный уровень в любом случае нужен, чтобы выводить горизонт. Без него никуда. И вот достаточно простой вариант, без теорем Пифагора, без формул. Все довольно просто. Ну и вот чуть не забыл рассказать, зачем же нам нужен 9-й отрезок арматуры. Вот у нас получается перекрестие, то есть тут будет угол нашей постройки. И когда мы будем делать фундамент, пускай это будут сам сваи, либо столбчатый фундамент, либо лента, очень удобно с помощью прутка отодвигать диагонали. То есть мы отодвинули, сделали какие-то манипуляции, допустим, залили сваю или выставили столбчатый фундамент, вернули назад для проверки. То есть вот у нас наша метка маркером. И таким образом очень удобно, потому что будет шнур мешать, если его не отодвигать. Ну а что до новинок инструмента в моем хозяйстве, я про лазерный уровень и дальномер. Их прислали на обзор мои друзья с сайта 4глаза.ру. Лазерный уровень Herman Rich LV60 Pro приехал в защитном кейсе. Сам он весь прорезинен, что защищает от ударов. А гарантия на заводской брак целых 5 лет. Рулетка с дальномером SLR 640 Pro. Это многофункциональный прибор с лазерным лучом на 60 метров и рулеткой на 5. Благодаря лазеру можно измерять не только длину, но и площадь и объем. Специально для вас выпросил скидку в целых 20% на сайте 4 глаза по промокоду LOV20 на все товары от Herman Rich. Ну и на этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, потому как YouTube, скорее всего, вам их не покажет без нажатого колокольчика, даже если вы подписаны. Если есть конструктивная критика или дополнение, пишите в комментариях. На все постараюсь ответить. Понравился ролик? Покажи это лайком. Это лучшая благодарность за работу над ним. Не понравился? Тогда ставь дизлайк.